Вот сегодня много говорят о цензуре. Вот я вам говорю, цензуры нет в России. Есть бизнесмены, которые боятся за свои бабки. То есть бизнесмены руководят телевидением, газетами, журналами. Это их деньги. В советское время была цензура. Это было по-честному. Приходил цензор, говорил, вот это говорить нельзя. Сегодня никто не приходит. Сами олигархи, сами бизнесмены боятся, если я произнесу со сцены слово «Путин», допустим. То есть если я произнесу шутку ниже пояса, это им ради бога. Оказывается, не надо иметь цензуру, надо дать наворовать людям деньги, и они сами будут цензорами после этого. К сожалению, ситуация такая, но на РЕН-ТВ гораздо больше здравомыслия в этом отношении.